Я тоже. Просто я по диким не хочу стрелять. Да, там. А вот, вот он. Это бот. Вольни его. Вольни. Куда он проебался? Ты его завалил? Давай на выход валить. На выход, С. Чё? Я ничего не слышу. Мне по мне попадают. Всё, я побежал в нулевые ворота. Чё, с коварами? Я открыл нулевые, вали оттуда. Ну я выхожу, короче, я это... пить хочу. Да, челоботы или что ты думаешь? Вот это, блядь. Я просто не понимаю, почему это так много. Вон он, блядь! Вот когда они хором заорали, это они отпаунли. 100%. Влезай, да, козёлы, нахрен, влезай! Он сказал сразу по суку. Ты вышел, да? Да. Вижу их! Я умер. Я умер прямо перед Максом. Я в тебя не стрелял. Нет, я просто информацию. Меня тапнули в голову. Мы на первом этаже, прямо у двери. Они около... Он за синим контейнером перед третьими воротами. И, по-моему, там есть второй, который правее. Да, там двое было. Но один с тобой. Он на спауне, походу. Внутри кто-то есть, да? Да. Ну да, я попробую залететь, дать ему. Я тут рад, дамит! Ты видел его? Или он в углу? Он где-то вот здесь. Нет, беги, беги! О! Вот крысёныш! Он высунулся! Подожди. Что ты делаешь? Да мне надо было выстрелить. Он высунулся, пострелял и засел там. Да, кто сказал? Это слева там тусит, в том нулевом. Или как он называется? Первый, да, окей. Меня их убил. Кто? Это пистолет чёрт, он ЧВК, это чё? Да что ж он не сдох? Пацаны, окружаем его! Твою мать! Готов? К этому невозможно быть готовым. Мазамик! Справа! Я убью его. Я не убью его. Я убью его. Мы туда хотим пойти. Да, мы хотим. Но мы пойдем. Блять, берцак!
Я чуть не обосрался. Блять, я забыл, когда нашли. Ну хорошо. Поищи там хорошо, пожалуйста. То, что мне надо. В смысле, дверь открыта? Вообще, если дверь не заперта. Ну ладно, что не пишу, это значит. Так, убил его? Блядь, дебил. Ну что, неплохой день, да? Четко все. А, вот тут, короче, друган мой бывал точно. Ну, это пожрать бы, конечно, вообще не помешало бы это. Давай я попробую. Я, кстати, ни разу не пробовал. С моей дыхалкой, я думаю, не получится. Да, с ебоем. Сука, Сириус, как ты можешь называть классику? Невозможно. Ты слышишь, как там может быть просмотров? На перезаливе, перезалива. Ебой! Не могу, это очень смешно. Я мог бы дольше. Он 2 минуты ебой говорит, я так понимаю, да? Я не знаю.